Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на канале Мейсер Мастер мы с вами поговорим о ноже производства американской компании Cold Steel, который называется Recon 1. Cold Steel Recon 1 является одной из самых популярных моделей ножей компании за всю историю ее существования. Как и многие другие ножи Cold Steel, Recon 1 может иметь разный размер, строй клинка, покрытие и сталь, из которой сделан клинок. Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных вариантов с клинком Spearpoint из стали S35VN с DLC покрытием черного цвета. Рукоять ножа выполнена из текстурированного пластика G10 и лишена стальных ланеров. За счет этого нож достаточно немного весит относительно своих габаритов. В ноже использован патентованный замок 3-ADLOCK, который считается в настоящее время самым прочным из существующих замков складных ножей. Всегда думал, интересно, как правильно говорить? Если я говорю слово Recon по-английски, я же не говорю отряд, то тогда, наверное, правильно говорить Recon 1, а если я говорю один, то тогда нужно говорить отряд 1. Любопытно. Recon 1 обладает очень жесткой стальной клипсой, которая удерживает нож на кармане в любых обстоятельствах. В комплекте поставляется вторая клипса, которую при необходимости можно установить на левую сторону рукояти ножа. Одной рукой нож открывается за двухсторонний шпенек. Нельзя сказать, что нож обладает такой же легкостью открывания, как современные ножи на подшипниках, однако открыть его можно быстро и уверенно. Замок 3-ADLOCK вообще не очень располагает к тому, чтобы просто щелкать ножом. Тут все подчинено экстремальной надежности в тяжелых работах. Нож имеет закрытую конструкцию рукояти, что обусловлено использованным типом замка. Возможно, это не так удобно, но зато очень надежно. DLC покрытие, нанесенное на полированный клинок этого ножа, крайне трудно повредить даже при самом суровом использовании. Таким образом, клинок ножа сохраняет свой внешний вид даже при долгой и не особенно аккуратной эксплуатации. Нож обладает чрезвычайно удобной в любых хватах крупной рукоятью, которая подойдет даже людям с очень большими ладонями. При эксплуатации нужно учитывать, что на рукояти довольно жесткая текстура, поэтому тяжелую работу гораздо лучше будет выполнять в перчатках. Впрочем, благодаря этой текстуре нож не выскользнет из вашей ладони ни при каких обстоятельствах. Высокая надежность замка, разнообразие хватов, проверенная геометрия клинка и довольно крупные размеры ножа дают возможность применять его не только как режущий инструмент, но и для пробивающих ударов, рубки и даже в качестве небольшого ломика. Recon 1 – это нож для тех, кто с одной стороны хочет иметь нож, который можно носить с собой каждый день. С учетом некоторых оговорок, связанных с его размером, это вполне возможно. С другой стороны, для тех, кто хотел бы быть уверен, что даже в самом экстремальном случае использования ножа в нецелевых работах, нож выдержит все, что вообще способен выдержать складной нож, и даже немного больше. Recon 1 – это настоящий нож Cold Steel, который подойдет для работы всегда и везде. Вот такой он, нож Recon 1 от компании Cold Steel. А с вами был Заливаха, специально для канала Мейсер Мейстер. Пока!